when fairies from a love is still, I'm trying to get that great big hill up from destination. I realized quickly then I knew I showed that the world was made of a brotherhood of lands for whatever the pains. Yes, I wake sometimes in a lot of bed if you get it out of what's in my head. You know, I'm feeling I'm a little bit curious. Yes, I wake morning and I step outside and I take out the phone and I grab me car. Scream on top of my eyes, what's going on? Hey, and I say hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I say hey, what's going on? К вам, простите. А не были ли вы случайно на первом Евровидении? Было дело. Был дело, да. Давно вы занимаетесь музыкой? Ну, а как вы думаете? Это, конечно, Пашка, ну расскажи зрителям о том вообще. Расскажи уже людям, мы-то про тебя все знаем. Мы-то должны. А вы знаете, просто мне в какой-то момент стало скучно. Я даже знаю, в какой момент тебе стало скучно. Поскольку меня чаще всего приглашают на интервью, как какой-то ветеран Евровидения, там, бог знает как. Ветеран Евровидения. Это классно. А петь не дают. Знаете? Так я подумала и решила, а почему бы и нет? Маш, ты права абсолютно. Но я сразу понял, но это было бы совсем смешно, если бы я повернулся, и ты вдруг с дуру меня выбрала. Это было бы просто совершенно неправильно. Вот пускай теперь ребята посоревнуются за тебя. Я не буду соревноваться. У меня самоотвод. Я с этим человеком ничего сделать не смогу и научить ее. Тем более ничего не смогу научить. Она тебя еще научит свободу. А тебе деваться некуда. Если она тебя выберет, она тогда тебе выберет. Ну, если выберет, надеюсь, что она достаточно выглядит, чтобы этого не делать. Да, спасибо. Свет сделала себе такой, какой я люблю у тебя. Света! Света! И пела замечательно. Спасибо. Молодец. Ну ты решай сама, дорогая. Мы все знаем тебя. Мы знаем, что ты из себя представляешь, поэтому... Минуточку. Не надо. Что не я надо. Хочу сказать? Во-первых, я безумно и безгранично уважаю всех вас. Я, к сожалению, не кого знакома больше? С вами лично, вас, но кого теперь больше? Познакомимся. Женский профсоюз всегда. Прав. Всегда прав. Да. Александр Борисович. И моя радость. Это будет очень смешно. Знаешь почему? Тихо, тихо. Да тихо, кончайте орать. Ты взяла, к Поле пошла, да? Не-а. Опа. Да, мой хороший, тебе придется меня терпеть. Куда ты идешь? Давай четче. Можно еще движение вот это повторить с мизинцем.
Григорий. Да. Я вас буду учить петь. Придется что-то с этим делать, с нашей дружбой. Да давай говори уже, елки-мотал. Я иду к Григорию Лепсу. Все, иди отсюда. Иди, дорогая. Телефончик оставлю. Думал, я не узнаю, да. Я тебя слышу.